Лесные пожары в Канаде охватили рекордную территорию. Объем пепелища достиг 10 миллионов гектаров. Это 1% всей страны, к слову, второй по величине в мире. Сейчас полыхают леса в Квебеке, Британской Колумбии, в Альберте и в северо-западных регионах. Пожарные насчитали сразу 373 возгорания, причем каждые несколько дней возникают новые. Усугубляет ситуацию сухая и жаркая погода. К тушению привлечены огнеборцы нескольких стран, в частности США и Мексики. Но справляться с огнем очень сложно, практически невозможно. Последствия уже ощутили на себе жители соседних Соединенных Штатов. Из 239 новых пожаров, которые начались за последние 7 дней, 110 из них – это вышедшие из-под контроля. Это означает, что они не реагируют на подавление, так что мы ожидаем, что остаток июля и август будут очень сложными. 23 лесных пожара потенциально представляют угрозу общественной безопасности, сообществам, людям, критически важной инфраструктуре. Горят леса и в Европе. В окрестностях Афин зафиксировано около 20 возгораний. Греческим властям пришлось эвакуировать несколько сотен человек. Огонь тушат вертолетами и самолетами, но 40-градусная жара и ветер сводят все усилия пожарных к нулю. Из-за сильного дыма по некоторым дорогам невозможно проехать. И прогнозы синоптиков неутешительны. Ожидается, что лесных пожаров будет еще больше.